Достойны славы и хвалы.
моя, превозношу тебя, мой Бог, тебе спасибо. Ты до конца прошел свой путь, Христос Мессия, превозношу тебя, мой Бог, у ног склоняюсь, тебя кладу на твой алтарь, жизнь посвящаю.
Откуда мы? От Бога. Чьи мы? Мы Божьи дети. Кто мы? Мы Церковь Христа. Зачем мы? Чтобы славить Иисуса. Кто наш Бог? Иисус! И все дышащие на славе Отца. Превозношу тебя, мой Бог.
Креста Христа. Его церковь непорочная, святая, сильная, мощная, царица царя царей. Бог дал силу, Бог дал власть связывать и разрешать святой церкви на земле. Брат тебе, сестра тебе, возьми силу, прими власть, связывай и разрешай. В силе духа откровения, в послушании, в повиновении, будь силен и мужествен, твердый непоколебим. Будь достоин чести этой, тебе Бог так возлюбил. Позволь Богу быть тебе, как Отец есть во Христе. И Иисус так сказал, что дела Он создал, больше их не сотворил, что в книгах не поместит них. Бог во мне и Бог в тебе, пусть узнают это все. Апостольское измерение — это новое правление. Церковь, выйди из оков, войди в удел Божьих сынов. Все, что свяжешь, будет связано, все, что разрешишь, будет разрешено. Наши братья, брат, крови плати, а против начать, против властей, но смелее всего. Иисус сказал тебе, если ты живешь в Отце, если ты Его сын, если ты всегда с Ним, то все то, что есть Отца, даже и твое всегда. Ты богат, ты силен, ты мой сын, а я твой Бог. То, что я дал тебе, не проси, оно твое уже. То, что я говорю, делаю и творю, дальше ты бери, твори, мое слово говорю.